Такс, дальше. Дальше, дальше. Это для наших игр. Да, чокер, все правильно. Ой. На руку. На руку, на ногу. Кстати, на ногу точно, как эти бабы летом на пляже ходят. Тогда мне нужно еще этот. Как он называется, херь? Паэра, паэлья, пятикантра. Блять, как эта хуйня называется? На пояс они себе ебошут, потом на ногу, как, знаешь, такие цыганочки, блять, симпатичные. Заебись будет. Но это мы решим потом. Парео, блядь. Парео, ебаный. Ой, значит, идем к видосам. Так, что тут, значит, сначала песня. А, так это надо показывать, стоп. Это надо показывать. Оба. Аксель, сейчас чекаем. Что там на стриме ждете? Сейчас все будем смотреть. Свой грузовик красивый, собака террористов в КС-очке стреляй, стреляй. Випка ли? Ну, конечно же, випка. Доступ по ссылке, но ссылку я вам кидаю, пацаны. Кому не влом, пролайкайте, конечно же. Блять, красиво. Да чего красиво? Песня, блять, авторская песня. На гитаре. Перед костром, блять, звезды. Отлично. Душевно. 20 из 20. Охуенно. Душевно. Так, я скинул ссылку. Так, смотрим. Смотрим дальше Акселя. Так, секунду, вот сюда. Воскресенье. Секунду, блядь, это я рано. Это что-то я все испортил. Слышь, я тебе, Аксель, я тебе, короче, вступление мема, блядь, я заруинил. Ну это не страшно, сейчас сделаем. Там еще катки гладкие, поехали. Воскресенье. Скинул. День рождения у тебя. Поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех. Сегодня праздник для всех. В руках букеты, твои слезы на фольге. Обнимет мама, но трудно боль держать в себе. Вокруг веселье, каждый хочет дать совет, но его рядом нет. Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, а только чтоб осуществилось желание. День рождения твой. Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой.
Блядь, Твич говорит, в одной команде досмотреть? Ёбаный стыд. Слушай, узнаю почерк Акселя. Прекрасное поздравление, спасибо, брат. Братское сердце просто. Спасибо большое. Я даже, знаешь, как ебанутый, когда я не знаю, почему я это делаю, вебки нет, никого в квартире больше нет. Когда припев начался, я руки к небу, блядь, возвысил, воздвиг, начал махать из стороны в сторону по ветру. Растрогало. Спасибо большое. Собаки днюха веселее, чем у меня была. А что тут весело? Над чем смеяться-то? Так, смотрим дальше. Это поздравление. Ага, еще поздравления. Поехали. Сюда. Смотри, ссылка. Дорогой Максим, сегодня настал тот день, когда солнце, взошедшее с востока, несет с собой не только утреннюю зарю, но и благую весть. Настал твой день рождения. Твои стримы благоприятно влияют на количество кислорода в помещениях подписчиков. Иногда ты ведешь себя как клоун, бывает. Ты! Но качество уровня Юрия Никулина. Как и тебе, нам тоже бывает одиноко. До тех пор, пока к нам не приходит оповещение о начале стрема. Желаем, чтобы в следующем году между тобой и твоими мечтами не стоял Майнкрафтер, военком не загреб тебя, а ануса с путом не наговаривали тебе на бан. Чтобы твоя мама поставила лайк и посоветовала твое видео подругам. Подводя черту от лица всех мемстеров с холодным разумом и трепетным сердцем, желаем поздравить тебя. С днем рождения, Максим! Ой, бля, братушки, да что же делать? Вечно ждущие, блядь. А что вас, блядь, всех на эту самую, на трагедию пробило? Нет, чтоб это раскачать нормально. Пришли бы в какой-нибудь, не знаю, в видос бы, блядь, музыку нормальную запихали, ставчик, ну там, все дела, короче. Раз бы здесь раструсились. А тут, смотри, весь чат в этих библетумах. За тебя. Спасибо. Спасибо большое, Авел. Чуть сейчас, сука, я пепел, блядь, в бутылку из-под Рича сбрасываю. Чуть заодно, короче, не пригубил, блядь, только что. Ну, с ума схожу. 25 лет уже деменция, бабла. Мозги не работают. Лучше для мужчин нет. Такс. Сюда. Сейчас будем. Сердечко не выдержит сейчас. Ну, ничего. Ребят, завтра ворвемся с новой порцией. Будем хохотать, блядь. Будет смешно. Так, сейчас посмотрю, что здесь. Че здесь? Да здесь ничего. Так, сюда. Ага. Так, смотрели. Это поздравление, только что смотрели. Жидус или кто? Сейчас посмотрим. Пялит, блядь. Что за незла пялит, блядь. Чувак, ты лоханулся, сука. Блядь, Джидус, свою, блядь. Блядь, в своем репертуаре, в общем-то. И тут ничего не скажешь, что ты говорит, лоханулся. Как обычно. Так, дальше. Так, это уже 30 раз открыл. Открыл. Смотрел. Жидус посмотрели, открыл. Так вы одним и тем же видосом спамили. Вы же одним и тем же видосом Авила спамили. Так это меня два человека поздравили. Ну не два, а два видео. Так это ебаный в рот. Точно, зачем я подрубал нахуй тогда? Шутка, пацаны, праздничная шутка. Шутка с дня рождения. Не обижайтесь, друзья, шутка, конечно же. Ты охуел, говорит? Да, ты что, только узнал? О, Вася, все нахуй мимо полетело, да похуй. Слушай, походу хату надо менять, слишком засрал, убираться уже не вариант. Мразь, говорит, мразь, бан, блядь, успокоились нахуй, никакого бана. О, пацаны, знаете, что мне подарили? О, сейчас я вам заценю. О, мне пацаны ночью пришли, знаете, что подарили? Сейчас залетели ночью, я уже сплю, блядь, сегодня в 12 ночи ровно. Кстати, меня мамочка родила в 9 утра. Хватит, сука, что уже с вами нельзя пошутить, что меня не поздравили? Я синхуй, что меня поздравили. Что мне сморки? Дальше дайте расскажу. Мамочка меня в 9 утра родила, говорит. В 9 утра мне позвонила, говорит, ты родился. Я как лунтик, блядь, почувствовал себя.
Так, поздравление это я потом сейчас не буду показывать, потому что я его не перепроверял. Поздравление, говорю, извинения, потому что я его не перепроверял, мало ли я что там ляпнул. Интимного. Хотя ничего там не было там. Мы там расплакались, обнялись. Сейчас я вам заценю, что мне подарили. Что мне друзья подарили. Сейчас кто-то уже услышит сразу. Так. Опа, ебать. Завелся. Чоппер. Сюда, сюда. Сейчас, секунду. Секунду. А мой видос. Братан, а что ты, слушай, по одной открывал все какой-то... А, давка друзья. Во-во-во-во-во. Это твой? Все-все-все-все-все. Слушай, я в натуре протупил. Ой, ребят, я пойду на улицу. Ой, я пойду на улицу. Я куплю себе шапку. Обей. Я куплю себе худи. Я выйду на улицу, встану возле какой-нибудь семерки. Я так раскачаю. И вы охуеете. Сейчас что-нибудь сделаем. У меня, короче, панельный дом. Только тихо. У меня панельный дом, блядь, который раньше был этим общежитием. Здесь стены, я даже не знаю, с чего. Из эфира, блядь, прозрачные. Я вижу, как соседи ебутся. Не то, что звуки и голоса. Не знаю, как они терпят, что я здесь стримлю. Но сейчас я ему устрою прикол. Подъебок. Подъебчик небольшой. Сейчас, что бы вам сделать? Что бы вам сделать такое? Вот это. Мой джаз, погнали. Ух, нихуя себе. Ой, ебаный в рот. Охуеют они у меня от жизни. Барбарика. Хорошо, ебать. Кто там спать лег? Дети есть в пол одиннадцатого? Не чувствую. Танцую. О, хорошо. Охуенно. Пусть только попробуют подойти ко мне, блядь. Мне 25, мне все можно. Все, потише, можно чуть-чуть успокоиться можно. Я думаю, соседи раскачались. Думаю, младенцы, которые спали в пол одиннадцатого, тоже очень хорошо раскачались у себя в люльках. Всем спокойной ночи им желаю. Все, где это выключить? Все, спасибо. Охуенная колонка, слушайте. Очень хорошее качество, очень мне понравилось. Спасибо. Twitch DJ, блядь, будем слушать. Чё играла? Песня, блядь, музыка. Поехали мем смотреть. Вообще, я обычно кидаю ноты, только вот я пришел, к этому мой первый мем, я все понял. Угу. Что это, блядь? Какой нахуй пункт? Съебись, ну! Сюда. Слышишь, меня ебать уволь. У меня нога в жопе застряла. Еще. Что, погнали? Давай, я взялся. У меня рука устала, сори, я не качался. Засунь палец мне в шрушер, пососи мой джагон. Оба. Опа, тут тимплей нужен уже. Можешь выточить? Да ладно. Давай попробуем сейчас. Ага, ебать, я так-то это... Парень непростой. Давай попробуем. Еще. Брыкается, ля. Но мне тогда же больше нравится, когда ты брыкаешься, брат. Да подождите, вы что делаете? Меня сейчас задушит под лестницей, заебали. Еще. Максим, тебя за жопу схватить, не? Сейчас я... Опа, хорошо, все. Мы заодно все. Это что, свастика на спине? Толкайте. Еще. Члены. Нет, возьми меня за голову. Пойдет, блин. О, хорошо. Я вхожу. Нет. Почему вы на мою бути шейк не смотрите? Агент, ну ты можешь меня вообще раз взять? Потому что ты меня за перед взял. А, вот. Давай. Берись. Я идеально взялся. Берись. Он встал. Еще. Перебирать над руками. Еще сейчас, быстро. Вверх, вот так вот. Мама, иди нахуй. Пососи мой шрушер. Давай. Пальцо трах. Я внутрь полезу. Давай. Хорошо. Жестко. Жестко. Не заебался. Я тебя зарежу. Видите, если глаза закрыты, прыжок я посвящаю маме. Давай.
Спасибо большое, спасибо большое. Хорошо, блядь, не заебался, же нарезал, блядь. Хороший, говорит, не ебет. Завод, завод. О, пацаны. Какие же вы друзья? Какие же вы друзья, скажите? Вот, блядь, вот человек первый раз мем сделал, прислал. А вы что ему пишете? Вы что, блядь, не друзья там в чате? Если вы не друзья, то я вам тоже, блядь. Я вам тоже не друг. Хороший мем, отличный. 3,5, говорит, из 5. Даже скинул. Охуеть можно, что я нажал? Сколько вина? Список MMORPG. Борис Борячнов, чтение манги. Боевой ангел Алита. Сны оружия, чтение манги. Маги, лабиринт вашества. Нахуя вообще нажал, блядь, что называется? А, блядь, вот это вот надо приучиться, прежде чем позорить себя, блядь, закрывать экран. Что я на как... При чем тут сколько вина? Мне интересно, что я писал, блядь? Что, к чему я, блядь, сколько вина? При чем тут вина, блядь? Не знаю, в угаре каком-то писал, даже не помню, к чему это было, блядь. Куда там дальше? Куда там дальше? А чё ещё хотел? Секунду. Мы 4,5 друга. Сейчас вот это откроем, давай. Алкаш, говорит? Нет. Нет, вино не пью. Нажми, говорит, на X. Сюда. Артём идет. Не, братан, а это что такое? Не, вот это мы смотреть сейчас не будем, это точно. А, ссылку я хотел скинуть, вот что я хотел. Ой, это, блядь. Ctrl-C. Артём идет? Вы уже знаете за все? Это Артём идет? Вы уже знаете за это видео? А что там такое? Что вы там знаете уже? Ссылка на мем. А киш будет? А нужно? Да будет. Я вообще-то уже, знаешь, отдохнул, я расхорохорился, петь готов. К следующим стримам подготовился, глотку прочистил. Петь буду, блядь, как соловей. Да, да. Что, киш? Ну, давайте, киш. Пусть играет. Я-то не против. Ой, так, а что там в самом деле? Я, кстати, сегодня на сестру наехал. Кстати, блядь, она просится ко мне, говорит, это... Говорит, подтяни меня, говорит, я тоже хочу нихуя не делать, говорит, хочу тоже. Что ты там делаешь? Говорит, у меня тоже все заебись, давай мне сделаем, говорит, у меня голос сексуальный. Я говорю, девочко. Она мой телефон забрала, а я на этот телефон, на старый, блядь, был на концерте Киша. Снимал, блядь, там, как я орал под «Паника в селе». Я ее как разъебал, говорю, где, сука, где телефон, мне нужны мои записи. Она его въебала, скорее всего, я почти уверен, что въебала. Такс. Угу. О, вот такую, наверное, не помните. Рогатый, блядь. Поехали. Вот так вот. Блядь, давай оформись, но это, блядь, не тот уровень. Максимум, что я могу, это, блядь, не знаю, интервью с ней сделать, но она всякую херобору будет нести, она сумасшедшая. Девственная маленькая попка, да. Подруги. Макс, отпустишь со стрима по делам? Конечно, братан, иди. Конечно, я-то на самом деле уже и сам скоро вырубаюсь. Мы, главное, повидались, что мы подчомкались, подсмокались, туда-сюда, муа-муа, увиделись. Все успокоились, все живы, здоровы, ну и слава богу. А контент, блядь, уже будем придумывать с вами. Ну чё, если честно вам признаться, нахуй, я все это время сидел и бредил. Я-то вам даже покажу, я не думал, что буду этого показывать, но я вам покажу, чтобы вы знали, чтобы вы понимали, какой я жалкий, сука, и низкий человек приземленный. Сейчас я вам все покажу. Я, короче говоря, почему, блядь, решил, что вот все эти дни, все 11 дней не буду нихуя делать? Потому что, блядский, ну он не отвечал. Все, начинаем. О, блядь. Оп. Еще раз. Сука, да что ж такое? Сейчас запущу, ребят.
Я... А, нет, все нормально. Я... Да какой видос, успокойся. Я это так... Поприкалывался. Это я про Lost Ark. И значит, получается, что? Они вот это вот не дропают, когда там релиз, когда там ОБТ. А у меня все, кукуха съехала, я сплю и вижу, как, блядь, я качаюсь, что-то мне нужно, лево лапать, какое-то говно в лилипутию лететь. И меня аж сдвинуло, я не могу, жду, слава богу, 24-го уже вот-вот, блядь, буду в это говно играть, в это говно стримить. Чтобы вы понимали, я из-за того, что так ждал Lost Ark, мне... Не знал, что сделать, и я просто нашел игру, просто какую-то игру. Называется она, знаете как? Хуй знает как, она даже не на русском, это, блядь, в нее поляки играют. В нее поляки, блядь, играют и я. Сейчас покажу. Можно еще пойду еще за тебя бахну? Бахни, брат, сегодня можно. Поехали! 33 левел. 39 уже вкачал, пацаны. Знаете... Ну, отчасти был удовлетворен. Отчасти тут даже, знаете, честно сказать, штаны оставил разные, чтобы там... нет, это те же самые. А где другие штаны? Я разные штаны ей оставлял, чтобы, блядь, в разных штанах она у меня бегала. Ну, же самые хуёвые в итоге остались. Вот, пацаны, 11 дней я бегал, качался, блядь, в эту хуйню. Смотрите. Раз, два. Там даже какой-то поляк вон пробежал. Три. Понравилось? Знаешь, что нет? Нахуй отсюда. Internal Magic. Говном. Вот так вот я жду. Lost Ark. Чё за песня? Хуй так, говорит, ой. Обалдеть, говорит, хуйня. Ну, конечно же, хуйня, конечно же, говно. Ужас полный. На какой сервер идем? Я даже не знаю, сколько там серверов, как называются. Очень скучал. Да Артём, блядь, идёт. Слушай, это обязательно? А чё за Артём идёт? Стоп. Ладно, давай попробуем. Вы про это? Это? Вот это? Оно? С черных вершин, блядь. Ну это понятно тоже все. Я единственное, что знал в своей жизни, это текст Акиша наизусть. И то от меня уходит. Как, блядь, песок сквозь пальцы. Познакомься с сестрой. Это, наверное, будет. Если я это сделаю, это будет, наверное, самая большая ошибка в моей жизни. Включи на GBL Киша, сука, уеби соседям за все хорошее. Так они ж, блядь, у меня довольно хорошие, ни разу на меня не жаловались. Ну еще какую-нибудь можно раскачать? Сейчас посмотрю, что у меня есть. Из пула песен хороших. Ага, Восу играл, да? Блядь, надо было тоже и Восу себя занять, я что-то не подумал об этом. Угу. А да, она меня свергнет, скорее всего. Макс, приглашаю тебя в Майкоп во вторник. Отметим день рождения. О, корабль на руках. Вообще все замечательно, блядь. В Майкопе во вторник. Шашлычок под коньячок. Полчаса до 11, ебаш музон. Не, казюнитас, это не то. Нужно что-то, чтобы танцевать. Вот так, сюда. Сейчас посмотрим, что там. Ага. Сюда. Так, вот это смотрим или не смотрим? Так, сюда остановили, это свернули, это развернули, обратно. Опа, смотрим. А Артём идет. Пам-парам! Приветствую смотрящих! Хоп-хоп! Сейчас начнется! Сейчас! Вот это прикол! Справа от меня сидит студент первого курса группы ИС-11, Виталий из Винницы. А слева от меня сидит его кореш, дядя Боря. Ты
Итак, расскажите, чем занимаются студенты первого курса? Нам приходится исполнять всякие опасности. Но он не помогает нам. Согласны с его словами? Ну естественно, первачи же сами. Ебать, как его пикает. О, я знаю. Я знаю, что нас встречать. Что это, что такое? Я не смотрел за всю ночь. Однажды в Сухово. Однажды в Сухово. Вы умоляли посмотреть это? Вы самый крутой декан из всех, которых я видела в жизни. Ебать, у него спасибо. Голова. Красный, как собачий хуй. Ой, ой. Еще дальше. Убей, говорит, убей. Вася, это кач? Это разве кач? Это разве кач? Вот это кач. Нет, это не тот, подожди. Это какая-то хуйня. Заткнись! Подожди, сейчас сделаю. А где мои аудиозаписи? Еще. Хуй найдешь что-то в этом буме, блядь. Я, короче, в магазине выходил в ларек, и почему-то какого-то хрена там было печенье Тор. Печенье, блядь, в форме Тора из Марвела. Я его взял, я его купил, это маленькое печенье в форме Тора из Марвела. И, вы знаете, я его взял для Инстаграма, чтобы сфоткать. Но проблема такая, что я как-то ночью был реально пиздец, как хотелось жрать, я ему полголовы откусил. Хуй знает, но он все еще пригоден для фотки, как бы. Я не знаю, почему я не выдержал. Я вот прям дня три на него смотрел и такой думаю, нет, это для Инстаграма. А потом с ума сошел. Во, поехали, ребят. Здорово, бань-бань. Опять она, блядь. А это что? Скажи пару слов кому. Скажи. Я тебе скажу. Для вас открыт наш жесткий дом. Прошу вас к нам. Дом эти спотом. Пока все жесткие. Пока все жесткие. Мы вас ждем. Блядь, что это за музыка такая, не пойму. Где я, блядь, ее вообще достал? Ой, бум, нихуя неудобно. Что, говорит? Что? Ай. За папича, говорит, бан. Мне бан? За кого, нахуй? Никакого бана. Тем более мне. Так, это отключаем. Это здесь сделаем. Какую-нибудь опять песню на фон. Приятную. Ой, хорошо. Ты соседи, говорит, кошмаришь. Да нет, все, у меня день рождения. Это один раз, я больше не буду. Пиксель батл, я же уже. О, Джифон, здорово, брат. Я же уже все говорил за пиксель батл. О, Вася, там мне кто-то написал так, что ли, громко? Да, это мне пишут так громко, надо выключить. Вот так сделаем. Опа. Спасибо за просмотр, блядь. Пожалуйста, блядь. Сука, ну ты тип, нахуй.